В Кумертау прошел конкурс «Мини-мисс». Среди маленьких красавиц выбирали настоящую принцессу. Много маленьких, но очень ярких звездочек смело вышли на сцену филиала РЦНТ «Дуслык». Возраст участниц до 7 лет. Тем не менее, организаторы подготовили для них серьезные конкурсные испытания. Для начала юным красавицам необходимо было рассказать о себе, о своей семье и увлечениях. Люблю наряжаться, люблю рисовать. И маме по дому люблю помогать. Я плавать учусь и на лыжах катаюсь. Еще фигуристкой стать постараюсь. Я хочу вам рассказать, что Валерия меня звать. Я веселая девчушка, заводная хохотушка. Я девчонка непростая, скромная, озорная. Люблю я петь и танцевать, не дам вам зрителей скучать. Я мечтаю стать телеведущей проект «Голос дети». Это «Голос дети». Участницы находятся еще в том возрасте, в котором все они мечтают непременно стать принцессами. Как раз этот конкурс и позволяет им так себя почувствовать. Яркие наряды, красивые прически, легкий макияж – все это вызывает умиление. И, надо сказать, участницы творческого состязания достойно держались на сцене, демонстрировали свои таланты и способности. Возможно, в номерах они не попадали в ноты, немного волновались, но детская непосредственность все это перекрывала. В итоге получился настоящий праздник красоты и волшебства. Тем более, что один из конкурсов был посвящен любимым героям сказок и мультфильмов. Участниц пришли поддержать члены семьи, близкие люди, которые не жалели аплодисментов. А вот Милану Каримову пришли поддержать еще друзья и педагоги из детского сада, которую она посещает. Мы пришли болеть, голосовать за нашу воспитанницу Каримову Милану. Она ходит в детский сад «Азамат» номер 7, речевая подготовительная группа. Вот, звездочка, да, ребятки? Да. Мы хотим, чтобы наша девочка победила, чтобы была на первом месте. Нарисовали плакаты, взяли шарики, дети вырезали сердечки, приклеили, что мы ее любим, поддерживаем. Кроме визитки, участницы прошли творческий конкурс, танцевальный дефиле. Праздник получился по-настоящему весенним и ярким. По крайней мере, детям он запомнится надолго, ведь каждый номер был оригинальным. Выступления Альфии Сайтаковой впечатлили и членов жюри. По итогам всех конкурсных испытаний она завоевала корону победительницы и звание «Мини-мисс 2016». Приз зрительских симпатий у участницы под номером 5 Валерии Воробьевой. Другие участницы конкурса были отмечены каждой в своей номинации: «Мисс Грация», «Мисс Креатив», «Нежность», «Очарование» и другие.